На радио «Комсомольская правда» 16 марта вышла такая статья «Не намекаю». Дава после разрыва с Бузовой показал, с кем отмечает день рождения. Такой довольный, счастливый. Блогер признался, что ждет поздравлений от поклонников. В свой 28-й день рождения Давид Манукян отправился в родной город. Экс-возлюбленный Ольги Бузовой решил отметить праздник концертом в Новосибирске и повидать своих близких. Вот только в путешествие он отправился не один, а с верным другом, которым обзавелся как раз после расставания с поющей ведущей. Фотографии с ним Манукян уже показал поклонникам в соцсетях и намекнул на то, что проведет с ним свой день рождения. «Снюхай меня, не намекаю, но жду ваших поздравлений. Лайк, если думал, что мне 35», в шутку написал Манукян в Инстаграм. На снимке, опубликованном в соцсетях, музыкант позирует со своим очаровательным питомцем – лабрадором по кличке Ричи. Давид взял щенка почти сразу после расставания со звездой «Дома-2», выбрав для него имя вместе с поклонниками. Вот такой песик. Симпатичный какой песик. Ну, огромный. О, и торт. Торт будут есть вместе. Ну, и ладно. Так. Вот такой вот Дава.